Власти Дагестана к октябрю ожидают снижения цен на газомоторное топливо. Министр энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов объяснил, что возможное снижение спроса на газ заставит крупных производителей удешевить свою продукцию. При этом он отметил, что в Дагестане цены на топливо аналогичны ценам в соседних регионах России. На определенном этапе коммерческий спрос на сук просто перестанет быть и начнет идти на спад, так как целесообразность приобретать то же самое газомоторное топливо не имеет смысла, если оно обходится так дорого для автовладельцев. По словам руководителя УФАС по Дагестану Каира Бабаева, на местном рынке АЗС действует 800 субъектов. И вынужденная конкурентная борьба приведет не только к снижению стоимости, но, возможно, к улучшению реализуемого топлива. Я могу сказать, что в соседних республиках вот все как бы независимые операторы, они сошли на нет. Потому что есть крупные винки, они продают хорошего качества. И к этим мелким у нас, скажем так, участникам рынка, хотя их должно быть много на рынке, они просто-напросто не выдержали конкурентной борьбы из-за плохого качества. Поэтому я считаю, что и у нас в республике, хоть общественники, хоть тот же Роспотребнадзор, технадзор, должны проводиться рейды, выявляться, где плохое качество, и по ним применять все меры действующего законодательства.